центр отдает. И шайба в воротах. 1-0 в пользу гостей. Гарнет потерял эту шайбу из виду. Она находилась за ним, за спиной. И щитками не успел ее накрыть. И вот успевает, по-моему, Мартин Шципулис эту шайбу протолкнуть. Ну, все здорово было сделано с самого начала. И с лету пытается Бабенко попасть по шайбе. Теперь Зайнулин к синей линии. Гол! 1-1 на исходе третьей минуты третьего периода. Сравнивают счет хоккеисты МВД. По-моему, это Бабенко подставил клюшку. И там уже Прусик среагировать не мог никак. Вот, кстати, нам Знарка с Виттелиншем вместе и показали. Люк. Бросок 2-1. 2-1 с интервалом 40 секунд. Ну, 40 с небольшим. Две шайбы забросили хоккеисты ХК МВД. И на сей раз Константин Волков отличился. Ну, вот Прусик отбил вроде бы и в сторону. Но там никого из своих не было. И мало того, ворота оставались совершенно открытыми. 3-1. 3-1 выезжает из-за ворот Денис Масалев и переигрывает Прусика в ближнем бою. Тот угол прикрыл ближний, а вот дальний, о нем он, похоже, и не думал. Физики, да еще на старте серии. Так, ну тайм-аут не помог, а вот Прусик, похоже, поплыл, и это с ним бывает. Потому что пропуская, особенно пропуская подряд, потом он очень долго не может собраться. Ну и вот я думаю, что...